Чтобы регулярно заниматься спортом, совсем не обязательно покупать абонемент в тренажерный зал и дорогую спортивную одежду. В первую очередь необходимо ваше желание совершенствоваться и спортивное оборудование, которое, к слову, можно достаточно бюджетно приобрести и легко установить дома. Отличным вариантом будут тренажеры из новой линейки Detective Force. Брусья, турники, шведские стенки, силовые скамьи для дома. Рассмотрим более подробно особенности этого спортивного оборудования. Турник и брусья простые, но невероятно эффективные тренажеры для силовых тренировок дома. Они вовлекают в работу большое количество групп мышц, развивают выносливость, благотворно влияют на осанку, делают тело стройным и подтянутым. Но польза от подтягивания и занятий на брусьях становится очевидна лишь в том случае, если тренировки проходят регулярно, а функциональность тренажеров позволяет прорабатывать различные группы мышц. Обращаю внимание на то, что турники могут крепиться непосредственно к стене или же быть навесным оборудованием к шведской стенке. Отличным вариантом настенного турника будет модель Detective Force Multi, основным преимуществом которой являются 6 перекладин, расположенных под разными углами, что позволяет делать подтягивания, используя различные хваты. Также модель может использоваться как брусья. Это очень удобно и практично. Если же вы в поисках навесного турника на шведскую стенку, то отличным вариантом будет турник Detective Force Monkey, который помимо подтягивания различными хватами позволяет также делать упражнения рукоход, регулярно практикуя которое вы сможете быть всегда в тонусе. Также в качестве хорошего варианта навесного оборудования может выступать тренажер Брусья плюс пресс из линейки Detective Force, которая поможет эффективно прорабатывать трицепсы и мышцы пресса. Регулярные занятия с использованием шведской стенки помогают повысить общую выносливость, улучшить кровообращение, развить ловкость, гибкость, добиться прекрасной фигуры, осанки и растяжки. Также на шведскую стенку можно дополнительно установить навесное оборудование, а именно турники, брусья, скамьи для пресса и жима. При выборе шведской стенки необходимо обращать внимание на тип крепления, к стене или в распор, а также на максимальную допустимую нагрузку. При этом нужно понимать, что в случае покупки дополнительного навесного оборудования должен учитываться его вес плюс вес пользователя, поэтому лучше брать запас. Немаловажным фактором также будет профиль металла. Оптимальным для всей семьи будет усиленный профиль 60 на 40 мм. Спортивная скамья – это универсальное и очень практичное дополнение к домашнему спортивному залу. Обычно она используется для упражнений на растяжку и пресс, для жима штанги и гантелей. Здесь необходимо обращать внимание на тип установки – к шведской стенке или на пол, а также на максимально допустимую нагрузку. В линейке Detective Force представлены наиболее универсальные варианты скамей для пресса и жима. Так как новая коллекция тренажеров Detective Force создавалась именно для обустройства домашнего спортивного уголка, можно смело сказать, что все они будут надежными, многофункциональными, долговечными, с высоким запасом прочности и, что немаловажно, они стильно и презентабельно выглядят. Остается лишь выбрать вариант, подходящий именно для вас.